Трансляцию я начал. Теперь мы берем. Сюда. Мы берем. Тебя размучиваем. Давай, извиняйся. Извиняюсь. О, это не политкорректность уже лезет, знаешь, типа выходит. Давай, продолжай. Извиняюсь. Блин, я уже устал. Давай. Ты обещал 5 минут. Давай, Сережа, у тебя получится. Извиняюсь. Осуждаю. Можно так уже? Извиняюсь. Я уже задолбался. Скажи, сколько осталось, извиняюсь. Продолжай. Я скажу, когда тебе перестать. Извиняюсь. 34. Я скажу, короче. Извиняюсь. Сейчас, я не могу это уже выговаривать. Давай, не останавливайся. Извиняюсь. Ладно, хватит. Сейчас, дайте я выпью воды. А, после такого только воды идти. Скажи, я скажу. Блин, аж не в команде, я думаю, чего я ж не вижу. А кто это под домом рядом с нами? Я. Ты, блин, никак не можешь запомнить, как я выгляжу. У меня же такая шляпа крутая. А что это за крюкошка такая интересная, зеленая? И голубая. А не лучше сделать разве другую? Скажи, я скажу. Мне вообще пофиг, просто я из-за вида. О, кайф. А, это сверху где-то был. Так. Это кайфуха. У меня, Катя, откатилась еще и кормушка золотая. А зачем она нужна была? Свинья. Любой край карты. Не критично. Не критично, плакать не буду. Верю. А я, да, поверю. Не знаю, может мне дальше пойти и поизучать мир? Еще налево осталось немножко. И направо немножко. Может пойти найти кокон королевы в шелк? Долго, трындец как. А что тебе надо сделать? Просто нам ее надо будет потом убить. Это весьма не скоро. Потому что у меня броня говно и жопа. Да. Архитектор без строитель. Даже ловушка должна выглядеть красиво. Ну, по факту. Да. Не дай бог тебе. А что и... Я думаю, если ты был человеком пытки, знаешь, пытки проводил бы. Ты предложил сначала кофе? Я бы таким никогда не занимался. Да, ты... Я бы занимался за большие деньги, я бы все делал. Нет, спасибо. Да, ну, я как представлю, как потом эти орудия пыток будут использоваться. Почему так, здесь яма? Да, падаю? Ты ливнул. Да. Я просто бегу, и там реально кусок карты нет. Ну тогда, чанки проводил. Сначала падать вниз. Касса теперь перейдет Серега-младший. Это не я, Сань, а Серый. Нет, ты реально, у тебя чуть-чуть фон какой-то появился, на заднем. Фоне. Тавтология. Фон на заднем фоне. Но я поэтому так и не сказал, а сказал на заднем плане. Серый все же жестче пихтит. Это я такой звук издаю? Нет, ты бы его не слышал, типа ты его издавал. Нет, ты тихий более издаешь такой. Да, я уже
испугался, что меня этот серый заразил пердёжной силой. Ну, вообще-то, получается, чуть-чуть заразил, потому что у тебя ещё не настолько прогрессировала болезнь. Стекловолокно. Иммунитет ещё хороший, да? Нет. Ну, блин, немного не так. Как это сказать? Болезнь ещё не на той стадии, понял? А, болезнь а, только кстати, прогрессирует. Я вчера узнал, что есть такие прикольные сапожки, называются сапожки, которые позволяют быстрее бегать и летать. Это где? До них еще далеко. Очень? Не особо. Надо, чтобы к нам одно событие пришло. Но я бы с удовольствием бы получил. Мы все их получим, не переживай. Там полет не особо хороший, говорю сразу. Я знаю, я их уже тестил. В магазине. У него есть карта со всеми шмотками. Чего? Да, я так и понял. Не знаю. Только я не нашел самый знаменитый магазин, я нашел сказать, другой магазин. Я пока разобрался, как он работает, я еще не сдох. Серый, ты еще дома? Извини, что помешал, если помешал. Выглядит, кстати, красиво. Когда он ловушку там так украсил, как будто здесь, не знаю, пытать будет. Таких важных людей, знаешь. Пытка президента. Почему у тебя все к пытке сводится? Вот именно. Тут вообще-то я маньяк. Это делаю чисто для нашей безопасности. Это ловушка. Ты говоришь, для безопасности для своих глаз? Для безопасности наших умов. Поэтому он глаз, ну ладно. Ну и глаз. Ну, типа, из глаз ты как бы в ум получаешь информацию, правильно? Ну, обычно повреждается именно глаз, а ум весьма тяжело повредить. Ну, кто же? Нервные клетки не восстанавливаются же? По-моему, это неправда, но ладно. Нервные клетки? Как минимум, это очень расхайпленный фейк. По-моему, да. Клетки восстанавливаются. Или по-другому, блин, считаю, что каждый студент после первой сессии, блин, там он уже без нервных клеток оставался. По большей части. Ага. Потому что очень много людей, которые не сильно готовятся к сессиям. Неправильно поставленное предложение. Нет. Много людей, которые панически боятся сессий. Да. Так будет правильнее. И как это интересно называется? Страх сессий? Страх жизни. Сессия. Сессиофобия? Мне интересное название, кажется. Филофобия? Или софофобия? Я нашел на поверхности полностью незалутанный сундук. Охренеть. Это в наше время. Если я правильно помню, софи переводится как знание, поэтому софифобия. А что там мочило сердечки какие-то выстрели от нашего... Либо вот этого одноглазого, либо чекуна. Просто он и шел вам сердечками. Начал распыляться. Что хотелось ему, что докопался. Реально. Что он раньше не делал. Его не хотелось ему. Ну да. Повода не было. Понял. Эх, кайфуха. Возможно. В таком доме и жить не стыдно. Как думаете, я нашел еще один остров, скажи я скажу, облачный. Как думаете, какой он? В зеленую команду зайди. Я уже в зеленую. Неправда. А, блин, аж перезаходил. Зря ты тут зашел. А? Сказал бы. И без сыр. Ладно, давай сейчас лечу. А, я уже призрак. Не надо мне вот тэпаться. Все. Я уже все, я фантом. Ля-ля-ля. Что? Да. Да.
Опа, еще один остров. Не знаю, как исправить. А что я здесь делаю? Ну-ка, вверх. О, этот уже нормальный. Падай! Молодец. Падайте. Так, и того здесь. Картина, облако, небесная мельница. У нас уже дома есть небесная мельница. Фил, железный слиток, статуя и подкова. Это скрытая счастливая подкова. Вообще для этих. И все еще дома? Называются? Да, я все еще дома. Как они называются? Разбойники, вот. Серега младший. Я покупаю блок под нашей системой, она не сломается? Нет, не должна. Все, узнаем. Ой, это было больно ушам. Это очень было неприятно, честно говоря. Как ты обошелся с нашими ушками? Вот это я еблан. Я чуть не умер. Ты еще с подковой бегаешь или уже нет? Чего? Ты с подковой до сих пор бегаешь? Ну. Ты на безопасном месте сейчас? Нет, в небе. Для себя, да. Ну, на остров, когда доберешься, скажешь. А какой именно? Там, где стоять можно. Стоящий остров. Серый, рыжую бороду хочешь? А, у меня же она есть, вот. О, точно, я забыл, извини. Можешь посмотреть, мне еще долго до конца карты? Нет. Тебе? Нет, ты прям вообще уже. Я, по-моему, это сказал, ладно. В принципе, ладно. Просто я сейчас подарок могу дать Серега младший. Сейчас я просто еще ни одного острова не встретил, пока летаю. Это очень прикольно выглядит, конечно. Столько прилетел, столько чанков прогрузил. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Чей-то домик нашел, я уже напряг. Может, тэпаться, нет? Нет, я... Да. Ну, я сейчас на воде. Хочешь тэпаться? А, я сейчас, секунду. Ты где еще раз? Уже лучше не тэпайся. Было пару секунд, когда... Сейчас я уже до конца карты долетел. Все, я дома. На подарок, можешь заменить наконец-то свою подкову. Алло? Либо. Серого интернет, походу, умер. Такое легенькое шняшка нападение. А ты урон от падения получаешь с ней. Ну и плюс к этому небольшие подъемы. Небольшой полет, да. А что, она тяжело делается вообще сам по себе? Мне пришлось выловить ящик, чтобы ее сделать. Алло. Да, алло. Алло. Алло, алло. Да. Алло, слышишь меня нормально? Да. У меня есть какая-то хрень, 15 единиц магического урона, безжалостная небесная глазурь. Это серый, наверное, к тебе относится. А что там еще раз? Безжалостная небесная глазурь. Финишешь. Глазурь. Или я могу прямо сейчас тебе. А нахрена я вот я сзади тебя. А, ты уже дома? Да. И нет. Да. Так. Боже, какая глазурь. Ва. Помнил, что хотел. Итого. До примерно джунглей вообще дальше нет островов. Тут тоже уже мало осталось. Мне, короче, слегка осталось. Мало осталось. Ну, все-таки моя получше, но это материал небесный, говорю. Вот даже что можно сделать. Зов виверны. Виверна. Все верно.
А потом из нее можно сделать хламор ногтус. Я должен буду бездну. Знание, типа, произнес какой-то. Хламор ногтус. Возможно. Или Гарри Поттера. Вот они. Как пусть же брушится небо. Стал серый, подавился воздухом. Заклинание сработало, умираю. Не надо. Нам еще убивать убийцу богов. Да. Так. Ладно, пока выложу. Может потом вешу сделать, не очень. Так, в общем-то, в принципе. Прикольно это вот такое. А, кстати, Серёж, ты говорил, у тебя денежные корыта были. Ты куда выложил? По-моему, все в систему. Это звучит как замашка на смерть. Да. Я только хотел пошутить над этим. Кстати, если... Подковы вонючие. Это не выход, да? А тут только одно лежит. Значит, может, еще одну Саня забрал. Я не мог забрать. Ни одно. Сейчас посмотрю себя в свинке. Блин, шляпы, цилиндры. Ротенбондок. Серый, то, что стакается, это нормально, не переживай. Может, это я ему это прощаю. Я понимаю, но даже учитывая, что они стакаются, типа, что ты часто будешь находить цилиндры или хот-доги, типа... Серый, но я его за это бить не буду. Пока что. Пока меня устраивает это. Понял. Серый, ты рот закрыл. Ты, ну, я сейчас такой компромат нароешь. Да нет. Это не компромат, это чистая правда. О, картина. Ого. Это ты эту картину пытался выбить? Нет. Да, я выложил там какую-то картину. А вот у меня есть еще. Mystery Painting, Сань. Ну, ПКМ по ней нажми. Раньше она мне сразу готовая давала. A Fine Cali. Вот я, короче, вот такая вот. О, это с нашим любимым нимфом. Ай-я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 й. Больно. Полетел. Серый. Полетел. Серый, все. Тебя никто не обижает. Все. Понял. Хватит использовать псионическое оружие. Обалдеть, это пипец как грубо. Так лучше? Так лучше идет? Да тебя слышно, вертолет вовне. Любитель вертолетов, угомонись. Вы меня слышите? Да, нормально? Да, пожалуйста. Вертолета нету? Прекрати, пожалуйста. Нет, нормально. Даже сейчас вертолет или что? Нет. Мне уже понял. Больно морально. Ты видел, там слева в ловушке повесил картину с нашим любимым нимфом? Я, да, видел. Ладно, пойду тогда попробую пофармить. Слушай, а может она откатила и сферы, а? Сферы? Вот почему мечеть. Не, она персонажа мне откатила только. Понял. Это все потому, что ты меня был замутил. Это 100 пудов. Я тебя замутил после этого. Да. Когда я играю за маму... Серега младший, там слева внизу еще один остров есть. Где? Ниже, слева. Окей. Это... А остров какой нормальный? Ну, водичку я там не заметил. Назовем это так. Водичка, это... Вероятность где-то процентов 80, что это лунный. Ну не лун, блин, это облако. Я не заметил там водичку и было темно, поэтому хз. А, ну ладно, хрен. Даже самое обычное уже будет. Только он ниже. А, кислотный дождь. Мне кто-то поможет? А чем мы тебе помочь должны? Участвовать в нем. Давай монстра. Да. Тут ничего полезного не выбить, а просто, так сказать, закрыть гештальт. Вода. Левее. После того, как ты вылил воду в прошлом мире, она и в этом мире не остановилась.
Да. До сих пор как система после тебя восстанавливается. А я чё знал, это же бездна, она такая крутая, чё она не могла себе водичку восстановить. Очередная победа человека над природой. Вот что я могу сказать. Ладно. А там есть это остров его, что я там куда стал? А, нет, острова нету. Нету острова. Help me, help. Ой, он ниже находит. А, всё, увидел. Нападал. Что я увидел, это будет облако, при том сундуком. О. Иска, когда же для облака. Какой низко облако жизни. Ну, а я нашел. Тут есть какой-то убийца звездная ярость. Убийственная звездная ярость. Так, розовый долдак. И око сол. Ищи домой, посмотрим, что это. И чем его едят. Ядерная жаба. Меня гнобят немножко. Питающие враги. А я ядерный жаб убиваю. Они хоть нормально так закидывают в процесс. Я скоро подлечу вас. И до вас косарь бот. Ящик не выловился. Меня бьют, меня ломают. Я вообще мало хп, да. Что вам, пацаны? Ладно, давай будем. Меня радиация отравили, чертовы кровососы. Что у вас здесь за дичь? Слотный дождь, а что? Серёж, там эти шоу у тебя потихоньку копится полоска, и когда она накопится, я бомба будет. Не, там улет бездны опять. Я вас там, да. Оставил от них, мы поняли. Нет, я вас дымом опылил, как пчелок. О, тут какой-то проход с колоннами. I'm dead. И коробки. Привет. Ай. А, все, это крайне. Да. Ай. Да. Хватит меня. Тут, в этом биоме все равно. Okay. Вглубь спускаться. Понимаешь. Вот я там. Убьют в глубине. В принципе, как и меня, но я вообще безбашенный. Интересно, я смогу в бездне дышать, если я не моему персонажу вообще дышать не надо. Приманка. Ой, а, сюда. Наверное, воздухом ты сможешь. А, ну хотя бы кстати. Может, и сможешь, да. Может, для тебя это вообще имба локация будет. Да хребаная. О, еще тусовка началась. Гоблины! Да. Серый, вот, то, что ты ждал. Гоблины? Армия гоблин приближается с запада. Блин, и кислотный дождь, и армия гоблинов. Армия гоблинов презентабельнее. Да. Если ты об этом. Отскатер материал. Ну так, ты обки здесь, у меня зеркала нет. И армию гоблинов пофармить. А Саня пока будет дальше свой кислотный дождь кормить. Я не против, в принципе, такого плана. Ну как серфер, я просто хочу закрыть генштальт. Так и понял. Мне ковер самолет выпал откуда-то. Ясно. Я не хочу бездну. Нет, стойте, я не хочу быть сделанным. You are going to бездна. Арториас. Есть заманчивая приманка. У меня. Ты из меня Арториас. Ее подобрал. Возьми кирку, копай. You go to the Abyss, Арториас. Говорю так, я не вижу. Нет. Ой-ой-ой. Трава. Они только приближаются, щи. Вот. Теперь должны напасть. Фу, слава богу, ничего не поймала. Давай я фаршированную рыбу буду собирать, может зельки начну варить. Серая тактика, интересная твоя тактика. Надо стоять в центре карты. В центре нашего дома, чтобы она работала. А тебе... Слышал, Серега-младший? Да. Надо стоять в центре дома, чтобы она работала. Что именно? Тактика, чтобы они падали. Я знаю. Просто сказал, интересная у тебя тактика, будто издеваешься над ним. Серый не издевается, просто очень интересно, когда они перепрыгивают и запрыгивают к нам в дом.
Какой, с левой, скорее всего, стороны, да? Ну. Надо будет там немного прорихтовать. Я так и знал, что там не хватит чуть-чуть. Надо будет что-нибудь придумать. А, ну дальше посмотрю, как они запрыгивают. О, посох. Они в подвал просто, скорее всего, запрыгивают. Да, да, да. У меня есть какой-то плазменный жезл. Нет. Как же стрёмно, когда под тобой нету земли, ты просто падаешь в бездну. Вот это. Не надо плазменный жезл? Нет, нет, не надо. У меня, я с ним бегал уже когда-то. Ну такое. Говнецо. Говно. Лучше, еще хуже, чем моя роза. Сейчас, маны. Я хочу найти хотя бы один сундук этой бездны. Ну, какой-то маленький мальчик. Я на большее не претендую. Маленький мальчик. Да, я рядом с каким-то маленьким мальчиком в хате стою сам. Это рыбак. Рыбака он нашел. Маленькая моего спрятанного. Колдуна. Это рыбацкая шляпа. Да. Он маленький такой. Потому что не вырос. Опа, а что, тут бездня физика умерла. Мне вода не заливает. Я только и рад. А я и не против. Запретный плазменный жезл. Это просто зачар такой. Нет, а что делать, когда они радиацию держают? А, ой, блин, вода начала заливаться. О нет, физика начала работать. Шайса. Ник-ник. Ладно, я поплыл. Только успею проплыть. Да не успею вообще не проплыть, потому что эти рыбы гребаные. Опа. Нет, серый, бездна. Добывай не из надо. Них чернистую чешую. Она мне нужна будет. Понял. Что это был за звук? Охренеть, а что здесь ничего нету? Где вся суша? Нет, I don't wanna be in бездна. You go to бездна. You going to Brazil. Шайсе. Них. You are going to Brazil. Я пошел заниматься братоубийством. А такое тут не надо. А ну, ща. Где у меня тут блоки? Как теперь ты победил? А, понял. Знамя. Посмотри, что из него делается. Если что. Мало ли. Ага. Ай. Так, где мои кирпичи? Мне сразу бросал какую-то глючую хрень, которая с них выпала. А, у меня еще и пропал посох глаза Ктулху. Ага. Где все кирпичи? Ладно, все равно. Вот так вот сделаю. Блин, надо еще два кирпича. Ай, да. О, волшебник. А вот тэпает, он тэпается. Всё, не всё. Всё, кончилось полно. Да, теперь нужна армия гоблинов. Как только она закончится, нужно будет в шахте искать дерево гоблина. Инженер. Инженер. Инженер из инжихия. А нахрена? Надо. Это он тебе и будет продавать починки твои, любимые. И фигню, чтобы артефакты крафтить. Соединять. Инженер, it's Инжи here. А мне удочка дороже кирки. Мне удочка стекловолоконная. Дороже родин. Да. Все, теперь они не будут перепрыгивать, потому что подвал я закрыл. А, я вспомнил, зачем я хотел рыбачить в пустыне. У нас там нету биома такого красивого. Надо сделать. Опа. Джорджа Кола? А из кого я ее вылавливал? Я ее вылавливал. И похоже, ты ее подобрал. Меня. Не знаю, как это получилось. Там, короче, есть какая-то пасхалка с ней, но я не знаю, как ее сделать. Там получишь питомца вот этого, который живет в заброшенном доме. Как их там? Что сейчас они еще и шкатулки выполнял. Я понял, да, вот эти маленькие чилы. Микрочелики. Да. Я не помню, как их называют.
Хоть убей. Пошел чуть ли не разбиться. Ладно. Open the newer. The newer. Open the newer. Oh. Good, good. Крутой слизь у нас теперь прибывает. Мысли. Вы босса призвали? Прибывает. Нет, написано. Говнище. Днище, кладбище. Так. Кто знает, как сделать биом... Как этот биом называют? Его не зовут, он сам да. Приходит, как говорится. Оазис. Во, вспомнил. Ну кто Ой. Знает? Не знаю. Кто? А кто, а не кто? Куда поселился черт маленький, до остальных? Может быть, я найду и гоблина-инженера в грибном биоме, как думаете? Серега-младший, ты мелочи дом вы... Блядь. Ты сидел с рыбаком, ты ему нахуй дверь выбил? Дверь выбил. Ну они там посидели, там типа, распили ампулку на двоих там. Сережа буянить просто чуть-чуть начал. Ну бывает, ну. Сука, он сержил с остальными жителями. Они его ненавидят, напоминаю. Он всех раздражает. Ни один нип в игре его не любит. Мне он понравился, нахуй. Понимаешь? Поэтому... Хороший мужик. Мужик хороший, ничего не знаю. Нехай живет с нами. И самогон у него хороший, скажи. А самогон у него вообще за счет. Mm-hmm. А утром, главное, вообще голова не болит. О, блин. Серега младший, ты скажи, где ближайший остров с водичкой ко мне? Ты именно, который лунный? Ну, на. Небесный, да. Там, где водичка есть. Так, ты где? На карте посмотри. Сверху от дома. Вижу, прямо над тобой есть. Прямо надо мной? Отлично. А нет, стой, то обычно... Тебе прям много воды надо или маленькая лужица пойдет? Много воды надо. Ага, много воды. Чуть правее. А нет, стой, это от меня, а где ты? Ага. Ну, короче, видишь, где я? Ну? Надо мной фиолетовый остров. Чуть правее, ниже этот остров. Ну, ближе нету тебе. Надо только дальше есть чуть-чуть. Ну или вправо, там далеко-далеко, почти возле границы карты. Их всё два на весь. Пиздец, блядь. Или вот там, где ты сейчас летаешь, слева. Ебать ты объясняешь, я в ахуе. Стой, вот замри. Иди к дому, прям к нашему дому. Ну? Еще про вот идти еще левее. Я скажу, иди влево, пока не скажу стоп. Ну. Стоп. Я понял, что сказать. Прямо над тобой. Прямо над тобой полностью водяной. Понял. Блин, вы поняли шутку про слово стоп? Ну или стоп слово, если так будет. Нет, понять. Я не понял. А ты точно понял, потому что мог его понять по-другому. Мастусовщик Дазл. Дазл? Дазл? Ой, чел, надеюсь, он будет давать крест. Удивительные тусовки, поняли, да, шутку? Я бы сказал православный. Кто опять Скелетрона призвал, заебал? А, это страж был. Это не Скелетрон, это страж темницы. Это тот, которого нельзя убить. Да я знаю, что его нельзя убить. Он у нас дома, спасите. Ой, блин. О. Если он сейчас цепнется мне в шахты. Он вниз полетел, так скажу.
Рун вниз полетел, прости. Он может просто испарился. Я еще пока что меня еще ничего не было. Так, всем так, Сяча Кабасик. Что ты мне дал? Как ты здесь видишь? Ой, бля. Имба. Что случилось? С кем? Блин, не со мной же явно. Да. Так, заманчивая приманка, я помню, чего нужна. Сюда тебя удалить. Едем в ад. Серый, я никак не дождусь своего туннеля в ад. Прямо к вам. Мерзость, Джек. У нас как-то мерзость поселилась вторая. Мерзость. А он события разные продает. Мерзость. Ветряной день, начинает дождь. Мерзкий. Начинает вечеринку, армию гоблинов. Фестиваль. О! Он и события может заканчивать. Ебать, имбо. Подолбал, я воевал. Ланка грыз, я к барбу. Куча плачет. Сюда. У меня милфа здесь ходит. Это нимфа, ну ладно. Ну. Милфа. Оу, милф хантер. Такой. Вольфрам. Ломай эту скотину. Как там эти твари работают под водой, мне интересно. Мне тоже. Православно. Да. Лутай здесь. Православно. Они просто верят, что они могут работать. Орочи технологии. Главное, верить. Орки верят, что красный цвет делает машину быстрее, и в этом она едет быстрее. Вот, согласись, ты не видел ни одного орка фиолетового цвета. Потому что это невидимый цвет. А. Если покрасить его фиолетовым, оно будет невидимое. Ты такой скоростной копатель. Блин, прикольно будет, если я вот сейчас вроде копаю, просто особо по сторонам не смотрю, а там где-то сидел гоблин-инженер и просто смотрит, как я мимо него, знаешь, туннель такой вниз прокапываю. Связанный. Сука. Да ну нахрен. Я манал, ты быстро копаешься. Ну конечно, в жопу ужаленный он. Я, по-моему, уже докопался, да, может, нет, это же железная дорога, она обычно прям перед диском. Перед highway to hell. Да ё-моё, как же эта лава душит. Ну, шайса, нихт! Да фух. Хотел бы, что да, да ещё осталось мало. Да ё-моё. Я чуть-чуть копаю обсидиан и все равно получаю урон. О, все, наконец. Надо бы немного подышать. Лава вам, можно сказать, биоме. Вода вам. А, все, я в аду. Ну, я тебе говорю. Я спустил воду в ад. Она испаряется. Вот, но, в принципе, она может успеть из лавы сделать обсидиан. Некоторого. Я так же на руки. Вы, кстати, адскую печку принесете домой наконец-то? Да, вижу. А, кстати. Да, у меня. Да, Сереж, ты заберешь? Да. Печь. А, у меня все говном забито, ладно. Опа. Да блять! Я твою. Ай-яй-яй-яй-яй. Дай, пожалуйста, мне разгрузиться, черты вы мохнатые. И, кстати, их убивай из них, может пепел выпасть, а потом этим можно будет ракушку сделать, которая телепортируется. Ай, я забыл, что красные кирпичи обжигают. Шайса. Стоило, эта ошибка стоила тебе жизни. Да. А вот, кстати, Сережа говорит, зачем эта броня, он стоит на этих кирпичах, он спокойный. Так, сделай себе обсидиановый череп. Да, нет, мне так впадло забивать этот, я лучше посмотрю, может, у нас там где-то есть зелье обсидиановой кожи. Должно было быть. Хоть чуть-чуть, но я вроде когда-то приносил. Сейчас главное там не умри сейчас быстренько, тут разгружусь. Сань, а ты далеко? Видимо, да, раз я тебя на карте не вижу. А, на,
Спасибо. Ой. Да дайте дышаться, дайте дышать. Них, них, них. Ты там сам. Ах, я вижу. А, мне да. Более чем уютно. Господи, что это такое? Здесь что ты здесь повыкидывал? Здесь синий ключик есть. О, вон, я вижу пепел. Я вижу куклу. У синего ключа мы не получим, Сереж. Это надо будет убивать скелетрона и там в сундуках находить темный ключ. И только потом возвращаться сюда вот один. Обсидиановый. Или обсидиановый, не помню. Просто фиолетовый, короче, ключ, камон. Блять. Так, у меня есть уже один демонический костяной пепел, это уже на одну ракушку хватит. Ёбаное говно. Давайте еще подварим, чтобы всем было. О боже. И тут, кстати, Вуду стакается. Это из хороших новостей. Если выбьешь книгу, кстати, из этих летающих, то сохрани ее. Можно даже с этой книгой бегать будет. Про демоническую косу. Mm-hmm. Он. О, все, теперь работает все как надо. А теперь только получил урон, то что как кончается мое, можно сказать, дыхание. А теперь работает как надо. Раньше я просто обычный урон получал. Болезно. Не знаю. Вот не знаю. Может какой-то баг был. А может фича. Ты просто реально. Может ты реально просто броню какую-то не в тот слот одел. Не, ну я тогда умирал от каждого зомбаря. Нет. Я же броня. Ну именно. Тебе нужно, чтобы вот это вот ты не сразу умирал в лаве, носить в каждом слоте каждый литой типа элемент. И именно, ну, слот должен быть, короче, как это сказать, не декоративный. Там же декоративный и не декоративный. Возможно, ты какой-то элемент брони в декоративном слоте носил, просто не знал об этом. Да не, я не носил, аж проверял. Ладно. Хрен. О, зелье возвращения. А я, кстати, им даже сейчас воспользуюсь, наверное. Механизм поиска лаборатории. А, поиск. Все их собирать. Так. У нас дровосек живет в океане. У меня есть обсидиановая роза. Это нахрена. Надо. Ой, сундук нашел не в аду, а как-то сверху ада. Минацкий сундук. А кто? Хорошо, тогда я куклы буду выкидываю в нашу систему, да, они же так вот. Если они так. Ну, сейчас пиздить, блядь, буду. Приманка хули тут делает. Плазменные жезли хули тут делают. Я знаю, за что он меня сейчас хочет побить. Я вот просто даже догадываюсь. Там мельница ветряная, сундук. Дверь. Не ладно, дверь еще, по-моему, так это на мельнице. Сундук, по-моему. Сундук точно. Звездная ярость, блядь. Ты конченый. О, да, Вуды. Сука, заоблачный сундук. Картина. Статуя ангела. Ебать. Око солнца, сука, мельница. Дверь, бля. Сука. Добро, добро, добро. Ок, не, значит, ок, идеан. Где у нас стоит отвердитель? Не уверен, где ты его. Он когда-то там стоял, где ловушка была, но ты его потом поломал, я не знаю, куда ты дальше. А, и кстати, у нас же здесь двери, да, до сих пор нету, да. Никто ее не поставил. Опа. А я здесь лежала где-то двери, точно помню. Я ударил. Говоря, буду очень не против, если кто-то из вас принесет мне этот обсидиановый напиток. Зачем? Такого не имею. Но она не так долго дает. Не сказать, что я там могу прям годами в лаве сидеть. Ну так. Там достаточно много времени есть. Ну, секунды 3-4. Ну, так хватит. Вырывайся, я понял. Комнатки такие, как ты сможешь. Дышать. Понял.
Так, что такое? Дверь из живого дерева. Давай сюда. Все, теперь здесь дверь из живого дерева. Дальше. О, книжка. Сереж, как бы так сказать. Дай мне печку. А. Сережа младший, я тебе дал призывалку короля слаймов. Где она? Стой. Да, забей, так, все. Я потом еще к тебе приду. У меня теперь ракушка будет. Забей. Не надо. Это из личных интересов. Сереж, так у тебя, возможно, есть зелье еще возвращения. Зелье возвращения-то есть. Призывалка короля слизни у тебя, Сережа младший? Я не про необычное зелье возвращения, а оно такое фиолетовое и как ромбик. Это типа ты сможешь тэпнуться домой, потом обратно. Нет у меня такого зелья. Ну что ж, придется тебе гнить там вечно. Ладно, что еще? Нахрена я сейчас включу. У тебя есть там еще? Рига младший. Я тебе давал призывалку короля слизней. Где она? У меня. Катя, зачем ты ее с собой носишь? Сказал Сережа, который носит с собой пустынный медальон, да. Они сюда. Я отдам. Ладно. На. Да. Ты мне сегодня ее отдашь, нет? Да сейчас меня насилуют. Погнали в дом. Пиратскую печку выложи, если ты ее забрал. Спасибо. Забрал? Что? Я дома ее уже поставил. Спасибо. Так, каком сундук использовать? Куда наша адская руда делась? Что? Хорошо, этот сундук будет для призывалки. Куда всю адскую руду дели? Какую? Адский камень весь, куда вы дели? У меня слитки. Сейчас, подожди. Я сделаю себе быстренько. Мне потом отдашь, ракушку. Пожалуйста. Так, Серый, поможешь мне быстро короля слизни забрать? Сейчас. Я просто отвердитель посеял. Легче будет выбить новый. А, какая кузня. О, такая. Сейчас. Вам ракушка есть. На, забирай. Сколько там? 94 штуки. Шикарно. Серый, надо тебе ват, если что, я это пусть обратно. Сейчас, у меня подожди. Вот ракушка есть. И у меня еще портал там есть открытый. Который я не Серый, сейчас ты сначала мне немножко поможешь убить короля слизней. Если он будет вернуться, видишь ли... Ты... Кстати, подожди, а ты видишь этот портал, Сереж? Вот этот. Вот, подойди, вот этот портал, видишь ли? Вот, если что, он ведет сразу. Давай. А, ты, кстати, можешь посмотреть, по идее, куда он ведет. Выход возвращаемого портала. Что еще делается из этого? Что-то для меня полезное здесь будет. О, стойкая ракушка. Добавить в лаве такое. О, 5 огнесвета. Серый, воду огнецвет пособирай, пожалуйста. А сколько тебе надо? 5 штук. Там один есть уже. Я знаю, в системе один есть, но мне надо еще 4. Еще 4, можно уточнить. Серый. Ну, да. Тебе надо книжка. Кота? Книжка. Какая? Типа название. Серега младший тебя заруинил систему. Я сейчас все поставлю. Блять, шайся, них. Хотя ладно, убиваю уже. Ого! А что у него с хп задержка случилось? 99,7. У меня сейчас 45 показывается. Я вижу 45 хп. Какой ракообразный, блять, металл-детектор положил в систему, сука, ты заебал. Я снял 0.04. Скопотрительный лом хули в системе делает.
Адская дверь! Там пепел был в системе. Я куда-то только что пепел выложил. Возможно. 3-4 адских пепла. Ага, вижу, все, значение каждому делаю пропустить. Ёбаная ракообразная. Видишь, мне уже не надо. Серёж, я будешь идти забирать свою пропушку? Сейчас, погоди, я не могу здесь выйти. Ладно, Сань, пока ты недалеко. Короля слизни быстро убиваем, поехали. Круто. Ты подобрал? Это кому? Я? Вообще кому? Да. Да. Сейчас, Серёж, подойди сюда. Вон откинул сзади еще одну. Вижу. Вот. Видишь, вот там где дверь. Ай. Да. Забрался. Блин, твой дым, конечно, реально... Убивает FPS. Неприятно делает, как минимум. А зачем тебе король слизи? Отвердитель. Ай. Так, теперь это полковат, понял. Это руку. А серый, зачем будешь мне это? Кто серый? Выпал отвердитель. Да, да, он 100% нападает. Серый. Что? На, пожалуйста, зачерпни. Вот. Гоблинная жерда. Сука, демоническую косу нахуя ты систему выложил? У тебя серыга просил. Ну, я сука, адскую розу, блядь, ты положил в систему, сука. Чёртинг энеми. Короче, когда ты бьёшь, ты врагов поглушаешь. Такое. На. Зачем тебе вообще чарить раскалённый топор, Серёж? Ты же им не драться будешь. Ты же просто максимум деревья будешь рубить. Чем тебе вообще зачарить меня? Серый, можешь мне одну штуку зачарить? Вот это, пожалуйста. Ладно, давай мне обратно. Я тебя попробую зачарить на... На хоть что-то. Говори мне, что она делает. Что ты хочешь, чтобы я тебе зачарил? Я тебе скинул тыквенную эмблему. Да, да, да. Регенерация ускорена. Нет. Выпьем маны. А когда тебя атакуют, ты взрывы вокруг. Еще актив. Топух, давай. Понял. Еще одну шмотку сможешь зачарить, или нет? Да, 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 да. Сейчас я бегаю, чтобы остановить. Давай, скидывай. Я сейчас скинул. Делаю древесную, запомнил. Кстати, давайте я сейчас сделаю дорожку для убийства стены плоти. О, нифига, нет, это рано. Прикольно. Мы идем по порядку, сначала всех остальных боссов убить. Так, вокруг тебя фиолетовый цвет. Видишь? Говно. Так, короче, когда у тебя фатальный урон, он поглощается и дает тебе второй шанс. Давай. А еги чисто. Правда, хрена. Он тебя не отхиливает. А подожди. Ой, демоническая коса. Серый, ты себе такую деревянную фигню хочешь? Нет. Какую? Деревянную такую фигню, как у меня. Эмблему. Усиление. Мне вроде денег пока хватает. Ну просто я белочку призову, чтобы у нас опять белка заселилась. Потому что она сдохла в прошлый раз. В прошлом файте. Все, белочка, ее главное не убейте. Где она? Вот она. Она будет жить где-то вот тут внизу. Так. Серый, я могу тебе купить любую из этих эмблем, которые есть у меня. Или тыквенную, или деревянную. Хочешь? А тыквенная что делает? Хилит? За мной тыквы вот эти остаются. Какой следующий нож? Который хилят. Я пойду и буду искать, убивать. Ну да, да, я бы не отказался. А тыквенный? Серый, а тыквенный или деревянный? Да, 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 да. На. Next boss, да. Смотришь босс журнал. Мы Ганса Самолюска так и не убили. Потом Крабулон и мозг Тулху. Крабулон. Как ну, делается? Быстрее, я уже хочу убить стену плоти и пойти в хард-мод, добыть себе новую броню. У меня еще броня говна из говна, понимаешь? Да похрен, я на себе все вынесу, не парься. Блять. Серёг. Я всех унижу.
Вспоминаю босс файт с Лизнем. И какой же? Который я дома прячу. Один раз такое было. Запомнили мы на всю жизнь. Вы знаете, что второй раз такого не будет? Я даю, давай, погнали. По порядку идем, понимаешь? Ты, я Бобов. Давайте я сделаю любую броню, что я захочу. Не сможете мне сделать любую броню, которую я захочу. Blending create. А, это такое. Я могу сразу. Ой, могу сразу кучу дерева. Да, у них нету позелевой. Но если ты их пьешь, там у тебя меньше урона будет от заклинаний. На время. Понял. Не переживай. А этот эффект даже нигде не показывается? Показывается. Выпей зелье маны, у тебя снизу будет. Так там еще роплишь, это просто какие-то 4 секунды одно зелье выпило. Серый, но потом ты будешь тратить их зелье миллион, и эффект стакается, если что. Грустно, у меня сирена где-то. Это весело. А у меня пока нету. Давайте мы еще будем спорить, у кого сирена есть, у кого нету. Сирена, чёрт. Какая грибы была. Ёбаный рот. Давайте, погнали босса убивать. Подожди. Иди в грибной биом, где он? Я не знаю. Нахрена мне грибной биом? Босса убивать. Давай, иди туда ты, а я тэп. А я что знаю, где грибной биом? Тут вы два шахтера скалолаза. Я смотрю, как просто Сережа затирает самый левый сундук. Мне страшно. 24 гели. Ты же просто выложил сюда, я даже не знаю, что на деле. Я. Ты что? Я полетел. Лети. Попутного ветра тебе сраку. Так, надо вниз. Блять, меня это событие с грозой уже заебало. Джек, будь другом, пожалуйста, останови его на. Да, мне гроза тоже. Я уже не помню, когда последний раз чистый день увидел. Наш вот день сейчас! У тебя чистый день! Серый старый перезашел у меня. Спасибо. Это явно полезный человек, который только зашел в шахту. Аллах один. Надо будет выбить. Как делаешься? Ты в гривном биоме, нет? Плыву к нему. О, я сердце нашел. Блять, сальная рыба и луносвет и банка воды. А потом порыбачь на самом деле. Кто это кто? Слышал, кто-то любнул это. Вот у кого сирена звонит. Похоже на правду. Ты в гривном биоме? Больше, ну, уже прям в секунде от него. Ну, уже в нем, да. Больше тэпайся. Я-то тэпаюсь. Блин, надо как-то все рики сказать, что мы здесь. Давай. Остроумно как-то. Остроумничай, голова. Нет. Почему у меня? Теперь да. Тэпайся, будем Крабулона убивать. Так. Секунды. О, господи, какой же он отвратительный, этот интернет. Там ты, не знаю, лежка секунды 3-4. Ладно. 7, 8, 9, 10, 11. Давай, тащи, Серега, Маша, как ты обещал. Сейчас,
Вот мы уже начали бахтать. Да. Еще надо бы перед этим, наверное, поставить. Подожди до конца босс-файта, потом передаешь. Ну, он, кстати, неплох. Летай, черт! Как мне не хватает сейчас серого в доте, который хилит, вы бы знали. Тебя хилера мне не хватает. Обещан. 3-0 хп. У меня осталось 5 хп. И этот человек нас решил тащить. Этот босс до мозга Ктулху идет. А ты еле живой остался. Do you understand? Яка тебе жопа дали. Вот все нафармим. Говнище, говнище. Вот это мне надо. Это мусор какой-то. Это Саня. Где? Ага. На тебе, я тебе все даю, допустим. Не надо мне, продай, если тебе не надо. Не, а просто какие-то вон вещи есть. Ну, рабы больше всего. Ну, не считай, что таликов. Ладно, статую можно. Это все? Еще, понял. Это все, пока что. Ты вверху? Крабу вон. Пинак. Пинак. Куда нам дальше? Так, раз. Раз. Здесь у нас... Кто у нас дальше? Может, Ктулху идет или кто? Да. О, все нормально, вроде бы. А, так. Кто так? Крабу на мага. А выпал из него посох на мага? Мне нет. По-моему. Я все отдал Сане. У меня и был только на разбойника. Надо будет его еще раз тогда убить. Понял. Тэпаемся туда обратно. А серый, ты дома? Ты дома? Да, жаль, да, тогда. Да, дома. Тогда жаль. Сейчас я зеленую команду веду. Ладно. Что теперь? Думаю, на этом закончим запись. Сейчас?